Приветствую, друзья, на связи Артур, и сегодня поговорим о трех экономических онлайн-играх, в которых я приумножаю свои средства. Конечно же, там есть заработок без вложений, но он будет не очень существенный, как по мне. Разберем каждую игру вкратце, основные моменты, как проходит заработок, и, конечно же, проверим их на платежеспособность. Это Bizon Invest, Port Game и Кладоискатели. С них и начнем. Первое — это то, что здесь легендарная администрация, которая работает очень классно, и здесь можно смело заходить зарабатывать. Это, конечно же, мое мнение. Но все же, ребята молодцы, у них предыдущий проект «Веселые рыбаки», который отрабатывает достойно, дает возможность зарабатывать, приумножать средства, и поэтому здесь нужно участвовать, если вы заинтересованы в инвестициях в интернете. Работает 19 дней, выплачено практически 1 000 000 рублей, 18 тысяч участников. Здесь есть два варианта заработка, как и активный, так и полностью пассивный. По платежным системам имеется полный набор, все что надо есть. Переходим в личный кабинет и разбираем более подробно. Сразу же нас встречает карточка кладоискателя, то есть все стилизировано, сделано вот в виде кладоискателя, что мы здесь ищем определенные вещи и на этом как бы зарабатываем. Пополнено 1000 рублей, активный вклад сейчас максимальный, который может сделать любой пользователь, только 2500 рублей, не более. Здесь плавное повышение лимитов, нельзя сразу инвестировать огромные средства. Я считаю, это хороший вариант развития проекта, который влечет за собой долгую работу. Выплачено у меня 6100 рублей и на вывод еще 10 тысяч сегодня закажем. Итак, два основных раздела. Это карта и сберкасса, где мы можем инвестировать и приумножать наши средства. Карта сокровищ имеет 20 локаций. Изначально нам всем доступна первая. Мы можем ее только купить. Вход стоит 500 рублей. Заработок составит 20% чистыми за 1 месяц. Суть заключается в чем? Мы открываем эту ячейку, делаем пополнение с помощью раздела «Пополнить открыли». У нас везде будут вот такие вот замочки, и нам нужно их открывать один раз в сутки. Неважно когда. Утром, в обед, вечером, когда есть время, зашли, и вам нужно кликнуть обязательно по вот этой какой-то иконке. У меня, видим, вверху монетки уже открыты. Есть ключик от следующей локации, но их нужно собрать 3. Вот где-то здесь еще закрыт еще 2 ключа. Давайте откроем, продемонстрируем, как это происходит. Мне выпало чисто 13, выигрыш 7%, это 35 рублей. Конечно же, хочется побыстрее найти серебряные ключи и двигаться дальше, инвестировать больше. Есть еще золотой ключик, он от особой локации, которая приносит больше доходности, по-моему, 30% за 30 дней, Эльдорадо. По одному ключу в каждой локации мы золотом находим, тогда открываем Эльдорадо. А так, для открытия обычной локации нужно 3 серых. Ну, вот этих серебряных. Если вы там сегодня-завтра пропустили, ничего страшного, вы просто оттягиваете свое получение дохода. То есть в любом случае вы здесь получите обещанные эти 20%. Только вопрос времени. Будете каждый день заходить, значит заработаете за месяц. Будете больше, значит там за больше срок. Теперь раздел сберкассы, который подойдет, мне кажется, абсолютно каждому инвестору. Здесь вы можете открывать вклад и наслаждаться жизнью, получая доход 150% за 100 дней. Начисление прибыли в сутки от 1.5%. Вот видим, оно ежесекунда добавляет. 262 рубля мне накапало с депозита 2000 рублей. Это сейчас максимальный депозит, и он будет повышаться каждое 1, 11, 21 число месяца. То есть буквально вот скоро будет повышение на 1500. И здесь можно уже будет инвестировать 3500. Минималка всего лишь 10. Окей, нам достаточно зайти в любой момент, хоть через месяц, и нажать кнопочку «Собрать доход». И средства автоматически отправляются на баланс для вывода. Я считаю, очень даже хорошо. 100 дней, 150%, ничего не делаешь, деньги получаешь. Переходим в раздел «Вывести», выбираем пар кошелек, 10700. Давайте выведем все. Ограничений здесь никаких нет, только от минималка в 5 рублей. Нажимаем «Заказать выплату», смотрим, успешно отправлено. Давайте сразу же перейдем, обновим страничку. Было 117, стало 128 тысяч. Вот 10674, Артур Нов с проекта «Кладоискатели». Все платится, замечательно. Двигаемся дальше. Следующий проект — это Port Game. У данного администратора имеется еще две игры, это Honey Game и Нефть Game. Я только участвую в Port Game, так как она самая актуальная, самая свежая, и доходность меня здесь полностью устраивает. Всего лишь 9 дней работает этот сезон, то есть админ работает посезонно. И за прошлый запуск он дал хорошо заработать, поэтому здесь я участвую. Пользователей 31 тысяча, пополнено 2,5 миллиона, 2,8, выплачено 400 тысяч. Имеется два таких направления для заработка.
Это вот самолеты и чуть ниже корабли. Их 9 штук. Есть определенная особенность. Давайте перейдем в профиль и разберемся. Моя инвестиция 23 500 рублей. Здесь нет ограничений по сумме, практически нет. Поэтому можно инвестировать любые суммы. Последние 5 выплат, видимо, вот я заказывал 1000, 1900, 900, 570. Переходим в раздел «Мой аэропорт». Здесь показывается ежесекундная доходность. Мы ее нажимаем, и вот здесь 311, сейчас добавится еще 251. Переходим «Покупка самолетов», обновилась страничка, денежки зачислились. Что значит «Покупка самолетов»? Это такой тарифный план, на который мы как бы тратим деньги, там 50 рублей, 100 рублей, в зависимости от того, какой у вас бюджет, и получаем определенную доходность. Она от 20% в месяц до 43%. То есть мы можем сразу закинуть 50 тысяч, купить этот самолет, и он будет окупаться там 2,5 месяца, дальше приносить чистую прибыль. В чем как бы особенность данного раздела? Это в том, что здесь бессрочные тарифы. То есть, если проект будет работать там 100 дней, значит вы будете получать на протяжении 100 дней. Будет 200 работать, значит на протяжении 200 дней будете получать вот этот процент. Следующий же раздел «Мои рейсы». Здесь более краткосрочные тарифные планы, вот начиная от 110 дней до 43 дней. То есть, работает фиксированное количество времени и приносит фиксированный доход. Но нюанс заключается в том, что нужно покупать от самого дешевого, только стоимость пишется справа, обращайте внимание, вот здесь вот, до самого дорогого. То есть нужно поочередно открывать вот эти корабли. Сразу же взять самого дорогого, получить самые крутые плюшки здесь не получится. Вверху показывается доходность в ежесекундном таком начислении. Доходность в час у меня 9,68, доходность в день 232 рубля, в неделю 1600. Нажимаю кнопочку «Собрать» и переходим в раздел «Вывести средства», выбираем «Pair» 1644, максимально 10 тысяч за один раз, насколько я понимаю, можно вывести на «Pair». Деньги успешно выплачены, замечательно, переходим, обновляем, смотрим 1628, платеж. Пришел, так, Port Game, Arthur Knows, отлично. Следующий проект это у нас Bizon Invest, давайте сразу же от него покажу выплату, потому что заказывал ее на днях. Вот, Arthur Knows, Bizon Invest, 1449 рублей. И теперь непосредственно переходим на сам ресурс Bizon Invest. Это Books, рекламная площадка и также инвестиционная площадка, которая работает огромное количество времени, но здесь сбалансированный инвестиционный тарифный план. Есть определенные ограничения на сумму вклада и доходность здесь 20% за определенный срок. Какой именно, сейчас вам покажу. Всего сайт работает 2263 дня, бессрочно 1143. Был определенный период времени, когда были рестарты, то есть запускались, выплачивали, потом по новой все запускалось. В определенный момент, а именно 1143 дня назад, админ принял решение, что там будет работать бессрочно. У него огромное количество баннеров, всяких ссылочек, есть свое расширение в Гугле, которое пользуется спросом. Все это ему приносит доход и перекрывает инвестиции, которые здесь есть. А именно 15 миллионов инвестировано в рублях сейчас активных вкладов и в долларах 6200 долларов. То есть админ говорит, я обеспечиваю этот процент, вы зарабатываете. Ну, он, соответственно, этими деньгами пользуется, как-то их прокручивает, увеличивает. И мы все вместе здесь зарабатываем. Имеется два основных раздела, это бухгалтерия и учет, и контракты. Два направления. Бухгалтерия это что-то типа экономической онлайн игры внутри проекта, где мы покупаем определенные здания, которые можно купить только по очереди. И вот переходим, потом собираем вот эту доходность, накапало и денежки сразу же было 307, и сейчас должно, а оно сразу зачисляет. Здесь прибавляется на выплаты. По поводу покупки вот этих офисов, кафешек и ресторанов есть определенный алгоритм. Чтобы купить производство, нужно купить 2 торговых комплекса, 4 ресторана, 8 кафешек, 16 офисов. Вот только так и никак иначе. Есть ограничение на максимальную сумму 21 552 рубля. Уже за нас все просчитали и можно максимум купить 6 производств, 12 торговых комплексов, 24 ресторана, 48 кафешек, 96 офисов. Есть таблица окупаемости, чтобы там долго не считать, не думать, и показывается, что самое доходное производство, время от работы жизни 260 дней, и как раз таки за этот период времени приносится 20% чистой прибыли.
Да, немного, но я считаю, такие проекты должны быть в инвест-портфеле и приносить здесь прибыль. Что касательно моей инвестиции, здесь все скуплено под ноль, то есть максимально проинвестировано 21 552 рубля. И также в разделе контракты, давайте посмотрим, сколько моя инвестиция, 38 063 рубля. Как работают контракты? Определенный срок времени, а именно 365 дней, то есть 1 год, мы получаем 20% чистыми. Здесь можно учитывать еще сложный процент, то что накапает, мы так вот допустим собираем. Потом переходим в раздел обменник серебра. Вводим ту сумму, которая у нас накопилась, а именно 693 рубля. То есть здесь все написано в серебре. Внутренняя валюта проекта. А мы берем вот два последних числа, убираем, получаем сумму в рублях. Обмениваем. Это мы сейчас говорим о сложном проценте, что делаем реинвест. И в итоге получаем там не 20 годовых, а существенно-существенно больше. 705 рублей. Нажимаю оплатить. И вот здесь сумма инвестиций увеличилась. Есть такой момент, что я могу собрать тело своих вкладов, а именно 14 тысяч у меня уже начислилось то, что я могу собрать. И здесь, соответственно, уменьшится на 14 тысяч активный депозит. Имеется срок, дата завершения. Давайте отсортируем. Вот 9 часов осталось, 1 день, 2 дня, 5 дней. И вот такие вот мелкие депозитики постоянно отработают. Депозитов у меня много, постоянно реинвестирую. И, соответственно, мой активный здесь вклад здесь около 60 тысяч рублей. Плюс-минус варьируется, когда как, когда вывожу, когда реинвестирую. По поводу выплаты давайте вам продемонстрирую, что действительно вот, недавно заказывал. Когда делаешь обмен, вывести нельзя. Такое ограничение. Вот 24 числа на Pair 1500 рублей. То, что я вам и показывал. На следующий день пришло с учетом комиссии. Кстати, есть немаловажный момент по поводу пополнения баланса. Когда мы вводим, к примеру, определенную сумму, нам начисляются вот здесь различные бонусы. И когда это будет 20 тысяч рублей, вам здесь появится определенный сет бонусов. Я уже делал пополнение, у меня это не активно. Вот сет бонус нажимаем, показывается картинка. Чем больше суммы вы инвестируете, тем больше вот этих построек различных получаете. Если вы инвестируете ровно 20 тысяч, вы получите 21 552 рубля. Это как раз таки и будет максимальный вклад по разделу вот этому «Открыть бизнес». 20 вкладываете, получите постройками бонус на сумму 1552 рубля. Считаю, очень приятно, классно. Еще можно здесь в «Колесо фортуны» прокрутить его и получить еще денежное вознаграждение. В разделе «Отзыв» можете оставить отзыв о проекте. Это делается один раз, но можете заработать 50 рублей, если ваша инвестиция выше 500 рублей. Прикольно, удобно, есть всякие плюшечки, штучки, дрючки, поэтому можно изучать, зарабатывать. Это те три проекта, те лучшие проекты, которые сейчас есть на рынке экономических онлайн-игр. Конечно же, это мое мнение, но как бы мы видим, что все работает, приносит прибыль, все стабильно, надежно. Еще хотел сказать несколько слов по поводу таких проектов, как Top Cars. Я здесь участвую, зарабатываю. Сейчас считаю сюда не актуально заходить, потому что проект уже работает достаточное количество дней в этом сезоне. Просто хотел показать вам свои результаты, и те, кто сидят за моим телеграм-каналом, кстати, на него рекомендую подписаться. Также здесь участвуют, зарабатывают, приумножают средства. Просто следите за постами и будете также больше узнавать. О чем речь? Инвестировал 25 тысяч, вывел 34 884, вот эта сумма. Из них реферальных 6200. То есть на данный момент времени я подсчитал чистыми 3646 рублей. Плюс еще на балансе 265 рублей, плюс еще можно собрать доход. И таким образом я здесь получаю чистую прибыль до того момента, когда получу 20% от суммы своей инвестиции. Еще в резерве денежки есть, поэтому я здесь продолжаю зарабатывать, но этот проект не актуален для входа на данный момент времени. Этот сезон длится 206 дней, как будет новый, уже 8 сезон, тогда можно присмотреться к этому проекту. Ссылочку оставлю, в случае чего заглядывайте, изучайте. Такси Мани на данный момент проект, который я считаю неактуальным в том плане, что здесь очень большая окупаемость ваших вложений. Нужно тратить очень большое количество времени, чтобы здесь зарабатывать. Поэтому раньше записывал видео, была возможность, потом произошли здесь глобальные изменения, переселение в другой город. Короче, много нюансов. Есть еще деньги на счету, но их пока что
не трачу, ничего здесь не делаю. Если честно, проект задрочный. Интересный, да, можно здесь зарабатывать очень долго, нудно, но кому-то это по кайфу. Так что вот такая ситуация на данный момент по экономическим онлайн-играм. Если данное видео было вам интересным, полезным, обязательно палец вверх, подписочка на канал и до скорых встреч в новых видео. Всем пока!